В день программиста в Ульяновской области открыли Дом интернета. Новое интерактивное пространство оснащено 45 компьютерами, 6 проекторами, интерактивными досками, аудиосистемой. Правительство Ульяновской области оказывает существенную поддержку развитию IT-кластера в регионе. На обеспечение центра мультимедиа-оборудованием направлено 7 миллионов рублей. Дом интернета – это реализация элементов системы непрерывного IT-образования. Обсуждение стартапов, крупных научно-технических проектов в IT-отрасли. Совместная реализация вузом и IT-компаниями календаря образовательных событий и форумов. 9 лет в эфире. Команда профессионалов. Реальная информация и новая реальность. Живи и смотри. Ты достоин настоящего. Готовься к будущему.